вечерами читаю своей дочке. Давайте я просто прочитаю, а вы послушайте. Называется «Муха-цикатуха». О, мы это знаем, да, мы знаем. Корней Иванович Чуковский. «Муха-цикатуха». Муха-муха, цикатуха. Позолоченная прибегали, все стаканы выпивали, а букашки по три чашки с молоком и крендельком. Нынче муха-цикатуха именинница. Приходили к мухе блошки, приносили ей сапожки. А сапожки непростые, в них застежки золотые. Приходила к мухе бабушка вчера. Мухи-цикатухи мёд по углам, по щелям разбежались. Тараканы под диваны, а козявочки под лавочки, а букашки под права не ревчали. Я кричу, что Анжела. Имя Анжела, он тоже. Его зовут. Начинает с буквы А. Лаура, ты хотела что-то сказать? Анжелка, песня про Антошку, мы же пили. Да. Антон. Антон. Имя Маша. Маша. На А. Включая А. Двумя А. Правильно. Так, еще как хотим слова, может быть, адрес? Может быть, до конца написать пару, не только один раз, а пару раз. Пиши, пиши дальше. Машина. Молодец. Правильно. Сам выбрал букву и сам пример нашел. Молодец. Может, еще кто-то хочет на какую-нибудь? Молодец. Так. А, Б, В, Г. А эта буква, она не совсем русская. Если бы палочка была бы вот так вот стояла бы, с другой стороны, это была бы буква И. Молодец. А Кирилл? Можешь смотреть, да, какую-нибудь букву, которую ты хочешь написать. Какая это буква, Кирилл? Н. Н. Правильно. Хочет букву А. Спасибо. Какую букву хочешь? Буква Г. Надо прямые палочки. Г. Они немножко кривые. Надо вот так написать, да? Г маленькая, Г большая. Молодец. Теперь напишет Киара. Киара напиши. Какую-нибудь буковку, которая больше тебе нравится. Давай. Можешь здесь написать. Угу. Ой, сладкий. Ой, а! О, браво! Молодец! Понравившись.
Да. Вот он тогда. Сюда на место все. Легкие игрушки вниз.